вот эти держат нормально, плотно, да? Да. Не лезешь там. Хорошо. Смотри, вот на этом рычаге нижняя кнопочка со мной разговаривает. Нажимаешь, держишь, говоришь. Дальше, привязные ремни, все правильно. Вот эту штуку выводишь сюда, и тут встречаешься. Остается. А пристегнут он автоматически, открывается. Так, и пробуем как кабель открывается. Шарик вверх и назад ставим. Да, ставим. Хорошо. Вы у него на 15 минут спросите, если все хорошо, пусть 20 летает. Подожди. Давай я сам. Ты сам не трогай, я сделаю как буду. Микрофон перед губами. Хорошо? Так, сейчас. Это нормально, естественно. Так, есть. Все, сразу сейчас поставят видео. Сам взлета, да. А вы будете там вдалеке летать, да? Я не знаю, сейчас посмотрим. Если здесь свободно, лучше там сюда. Ну это было бы, да, было бы интереснее. Я бы здесь тоже еще поснимал снаружи. Если плохо. Так, давайте сейчас ровненько, не надо фигурировать. Я сейчас отдышусь, потом все,
самочувствие? Круто! Понравилось тоже? Спасибо большое. Здесь не получилось. Да, видел. До сих пор он, я не знаю, полчаса летает.